Привет, народ! Сегодня 10 мая у нас. Немного пасмурно, дождик идет. Ну, хорошо, офигительная погода. Эти дни стояла жара. Вон я повесил в том году скворечник под окна. Ну, надежда, или синица, или горехвостка. Зимой там были воробьи, жили. От холода прятались. Ну, а сейчас гнездится горехвостка. Строит гнездо. Заходят, выходят. Сейчас чуть подошел, не видно их. Ну, заняли. Утром, как рассвет, насколько, 4:30 где-то, он здесь сидит, самец, он с окна, видно его. И поет по утрам. Так что, пригодился домик кому-то. Ну, я так и рассчитывал, или горехвостка, или синица заняли. Вот этот скворечник. Зимою тоже там жили воробьи. Ну, там дырка большая, вот этот лаз большой для горехвостки. Может быть, тоже бы заняли, но там что-то я не подумал. Там 50, если наверху 35 лаз, а здесь 50. И вот еще вот здесь скворечник. Здесь синицы ночевали зимою. Вот туда вход есть, я им там утепленное сделал. Все скворечники утепленные. Сейчас здесь никого, наверное, никого не может и есть технично. Не всегда удается увидеть, тем более, когда низко. Это-то видно отовсюду, что происходит. Так что вот такие дела. Ладно, пойдемте хозяйство посмотрим. Охрана сидит. Попугаи уже открыты. Открытые. Убрал всю пленку. Ну, тепло. Уже днем до 25 градусов. Ночью уже 10-12. Ужинают. Птенцы уже скоро будут вылетать, у кого они есть. Это мои певцы. Рыболов поет. Дикий. Ну, он поет. Так что все. Свежим воздухом дышат. Надеюсь, вторые кладки уже будет получше. Пчелки. Пчелки, когда солнце и хорошая погода. Вот здесь вот этот прилет, который прилетка, там просто пчелы кишит. Сейчас прохладно. И ему пчелы тоже мало. Что, и вот это теперь с окна. Вон, с дома, с окна. Наблюдаем за нашими птичками. Уже на днях начну штукатурить дом. Все, уже начинается ремонт. Сейчас через дней 5 в отпуск выхожу и начнем уже отделку дома. Вон, видите, сколько пыльцы на дереве. Вот она, пыльца. Верба какая-то, она капец. Вот, если, вот смотрите, она прям вся в пыльце. И вот рядом еще одна верба. Но здесь она зеленая. Их несколько вид, этих верб. Ну, короче, самая пыльцовая, вот она. Вообще, блин. Там, наверное, пчелы таскают и таскают. Ну, идут с пчелой. Лиственницы у нас. Вон там сейчас тоже деревья буду сажать. Всех покормил. Лиственница уже начинает давать. Вот она принялась. Скоро зазеленеет. Сосна, не знаю, принялась, нет, еще рано что-то говорить. Ну, попугаи, птенцы уже готовятся к вылету. Уже все, скоро полетят первые птенцы. Сейчас без пленки, на свежем воздухе уже заняли гнезда второй кладки, я думаю, уже будет получше. Вот они, мои дамы, красавицы лежат. Всех постриг. Ма, Маня, идем. Идем, Манька, ма. Всех постриг. Короче, вот это была, которую я купил за 4000. Такая шерсть у нее. Когда я ее брал, мне сказали, что ее прокололи от паразитов. Нифига ее не прокололи. Я ее начал стричь, а у нее там столько клещей. Ну, вколол ей вермект, чтобы она тех не заразила. Те абсолютно чистые, которых я уже сам прокалывал, сам этот... Они все чистенькие.
А это было клещавое. Так что видите, когда покупал, еще же спросил. Вы делали? Говорят, да, да, все кололи. Нифига не кололи. Была вся в клещах. Вот такие курдючки. У дамы. Это какая-то она красным цветом у меня. Вон та. Вот эта серо-белая. Ну, у нее такой. Более-менее настоящий. О, настоящий курдюк. У этой он такой, знаете. Нечистая это. Ну, ладно. Сейчас барашка покажу. А, ну, здесь еще цыплята. За эти дни во дворе уборку наводим. Столько, столько всего сделал. Цыпки. Цыплятки. Вот так уже все освоились. Я, по-моему, показывал, как переселял. Уже вовсю все здесь бегают, носятся. Все хорошо. Уток проверил яйца. Вон эти три дамы. Некогда им было заниматься. Короче, запороли они почти все яйца. Были зародыши, где-то мертвые, где-то там одно яйцо я оставил, оно этот. Вроде бы нормально. Остальные разбил с мертвыми зародышами, короче. Видимо, каждая друг другу яйца катала. Так не пойдет дело. Ладно, в следующий раз. Сейчас их уберем все, подожду еще, яйца уберем, начнут по новой нестись. Если что, посадим по новой их. Вот они, мои барыши. Капец они. Я их, когда были, это, волосатые, такие кабанчики, такие круглые. Сейчас на них смотришь, думаешь, ёп. Твою. Вот у этого курдюк, он чистый. У того курдюк, я думаю, там килограмма 3 в этом курдюке есть. Курдюка, но он не чистый. Это полухвостатый. Неправильный курдюк, короче. Это у них, у этих обоих отец один, матери разные. Так что вот такой у него курдюк. У этого хоть и небольшой, но зато правильной формы. Он более такой, чисто к Эдельбаю подходит. Поэтому этого мы и оставляем. Этот стриг их в этих кандалах, которые для баранов. Вообще четко, которые я сделал. Ноги не затекают, держится хорошо. Ну, постриг. Вот такие они. Постриг, посмотрел. Ну, ничего. Живой вес, помните, кто смотрел, я взвешивал, чуть больше 70 килограмм, вот этот 73, вот, который прыгает сейчас, этот 70 с чем-то, ну, я думаю, шерсти на них было килограмма 3, ну, они, хотя еще ягнята, видите, это еще ягнята, у них еще даже молочные зубы, у них зубы еще не отпали, поэтому они еще расти будут, ну, по крайней мере, вот тот, вот этого, скоро на мясо, а этого, вот, который на него прыгает, ага. Любвеобильный. Этого мы оставим на племя. Так что это еще молодняк у нас. Молоденькие. Еще вырастут. Сейчас я им... Ну, вот, который прыгает, его оставим. Сейчас я этот... сделаю ванну им. Скоро буду купать уже. О, блядь. Че ты на него прыгаешь-то? Ладно, пойдемте. Голубки, блядь. Ну вот они, мои красавицы. Несутся сейчас очень-очень хорошо. Молодки. Где вы там, молодки? Вот белые декаловые молодки. Несут мелкие яйца, но зато вот они. Уже видите, как гребешки. Уже такие на курочек похожи. Мелкие яйца несут, но зато двухжелтковые. Декаловы, где у меня? Вон там. А вот они. Это вот, которые очень сильно похожи на ликбаров, но это доминанты D300. Несутся тоже, молодцы. Их у меня 14 штук. Но в день голубых таких бирюзовых яиц я собираю, ну, штук 8, наверное. Среди них вот они, 109-е, черные курочки, вот тоже молодка. Ну, несутся. Единственные сейчас не несутся, пока еще Барковская, вот она. Барковская барвистая, но они и моложе всех остальных. Уже хотя иногда слышно, ходят, ко-ко-как, ну, квохчат, хотят уже нестись. Я еще не видел серых яиц. Сейчас будем здесь наводить мы порядок.
Вот эти доски, мозги, деревьев надо пересадить. В том году посадил, по-моему, ни одно дерево не приняло здесь. Вот здесь много чего надо делать. Кореллы уже сидят на яйцах. Там риполов с этим. Щегол у меня, блин, вылетел, улетел. Прям двери открылись, он вниз умудрился свалить, а там дверь была открыта, окно. Ну, короче, вылетел, ладно. Сейчас у меня щегол сидит, риполов сидит с двумя самками там. Вот это все здесь надо наводить порядки, руки дойдут. Ну-ка, здесь у нас какие смородина, видите, уже зеленеет. Я вот вечером хожу, еще яйца здесь собираю. Черемуха, видите, зацветет уже на днях. А, вот она. Это клушка, спасибо. Как она у меня, я ее уже в ледяной воде искупал, она у меня сутками жила. Ну, вроде бы перестала сидеть на яйцах. Черемуха, видите, на днях зацветет. Вот, к нам пришла тоже весна. Сейчас все будет белое. В том году на 9 мая уже все цвело. В этом году весна запоздала. Дал им мешанку сейчас. Ходят, кушают. Так что на яйца спрос также огромный, стоит очередь. Уже стало, конечно, полегче кормить. В том плане, что уже начали молотки нестись, и продажа яиц уже увеличилась заметно. До этого я шел в минус. У меня сколько? 65 молоток, плюс там у тех цыплят 30 штук. Это же все уходило просто в минус. Они просто ели, съедали, еще из кармана добавлял. Сейчас уже все, уже сами себя кормят. Ну и доход приносят. Ракушку. Это еще они не несутся все прям так хорошо, вот молотки. А если они сейчас еще все занесутся, то там уже будет очень прекрасно. Ракушка. Ладно, пойдемте корм их не посмотрим, как там развивается. Сейчас кормлю своих птичек. Ну и овечек. Всех крапивой. А днем, ну, там на работе у нас поляна есть большая. Там траву рву, а дома вечером крапиву. На, маленькой моей. Маленький, нате крапиву. Чего вы все наедите? Она жгучая, охота, ну блин, это жгет. Это они любят. Уже потихоньку даю им травку, на крапиву. Жгет. Сейчас цыплятам нарежу. Черная боится что-то подходить. Мама облизывается. То, что это вот, это жгет она им. Я подберут, там ни грамм ничего не останется, все подберут. Ладно, сейчас цыплятом нарежу. Вот так я ее измельчил. Сейчас попугаем, блин, надо будет целую ставить. Ладно. Пускай идет такую. Попугай ее тоже хорошо едят. Цыпок, вот этих цыпок. Они же не знали, что такое трава. Да и там молотки еще не так ее кушают, как старые. Цыпа, цыпа, цыпа. Цыпа, цыпа. Немного давать не буду. Цыпа, цыпа, цыпа. Но они кушают траву прям. Уже приходят. Вот, нормально едят. Цыпа, цыпа. Сидят. Сейчас. Ну-ка, давай, 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 идем. Сытые. Цыпа, цыпа, цыпа. Побежала курочка. Ее когда порежешь, она уже не колется так сильно. Все, сейчас едят потихоньку. Вот они, где в том. Сейчас представляете, яйца какие у них вкусные, полезные, крапива, трава. Солнце, свежий воздух. Цыпа, цыпа, цыпа. Когда им первый раз траву дал, красные-то вот эти
Ламан Браун с вот этим D109 то налетели прошлогодние. Цыпа. Это уже цыпа. Траву они любят. Цыпа. Видите, молотки не реагируют еще так. Хотя вон. Где вы там? Не вижу я вас. Цыпа. Цыпа. Вот тоже уже кушают. Ой, блин. Цыпа. Цыпа. Все съедят, ни единого листика не останется. Сейчас у них яйца, ох, какие полезные. И желтки уже заметно такие, пооранжевели. Вот эти, самое интересное, доминанты такие маленькие, иногда яйцо маленькое, разбиваешь два желтка. Ну, это всегда у них настрой идет. Настрой этого, калибровки яиц еще в организме еще не настроено. Автомат еще по два желтка сует в яйцо. Сейчас настроится. Так что, куры все, сейчас у них скоро уже травы будет море. Очень много, и будем уже косить, уже косу купил хорошую. Будем их пичкать травой. Несколько дней назад снимал этот новый мой мулей. Ну, пока здесь тишина. Мухи немного. Для этих объемов надо очень много мухи, чтобы здесь, ну, была большая дача. Они спариваются, все, не знаю. Сейчас надо смотреть. Сделал внизу для этого, ну, куда они яйца откладывают, и вверху. Видите, мухи еще маловато. А, кто-то спрашивал здесь, как его собирать. Ну, вот каркас, видите, вот каркас. Здесь это все на усмотрение делается. Единственное, это вот эти, это теплый пол. Пленочный, в любом строительном магазине он продается. Вот обогрев, вот этот. Это теплый пол. Вот видите, здесь плюс, минус. Соединили, вывели его на термодатчик. Вот с этой стороны тоже плюс-минус. Через этот щит не надо соединять, надо их соединять. Каждый по отдельности. Так он не будет терять мощность. Если, например, этот соединить, потом через низ там провести провода к тому и соединить, будет не то. Надо, сейчас покажу. Вот он, термодатчик. Вот здесь все соединяется. Вот вывели концы. Вот они, две клипсы. Здесь три выхода. Вот в питание одно идет. И один провод идет на этот щит, плюс. Второй идет плюс на тот щит. То же самое питание на второй. Только это уже минус. Идет на этот щит и на второй. Все. Автомат для, ну, для безопасности. Ну и чтобы знать, сколько там этот игрометр. Вот влажность 26, температура 31. Температура идеальная, влажность. Ну, можно отпрыскать сейчас. Убрал вот сюда, взвесил, убрал. Сейчас здесь почти 3 килограмма. 3 килограмма опарыша. Предкуколки. Засыпал отрубями, чтобы не слипалось, а ничего не... Он выделяет влажность, этот опарыш. А так, видите, как он рассыпчатый. Вот он. Вот он, красавец. Аж слышно, да, шуршит. Ну, где-то есть черный, где-то есть белый. Вот сейчас здесь вылупится, вот так внутри прям такая температура офигенная. Вот сейчас он вылупится, там уже что-то будет, какой-то результат. И еще у меня вот подрастает тут. Ой, сейчас потихоньку мы увеличиваемся. Этот молодой, вот он.
растет. Хотел сейчас еще. Хотел еще сейчас вывести, ну, побыстрее курей начать кормить опарышем. На улицу поставил приманку. Ну, чтобы вот это большие мухи мясные, которые. Нету мух. Нету. Я не знаю почему, но мух нету. Хотя температура и 25 градусов. И куры, и баран рядом. А мух вообще нету. Не знаю, где эти мухи летают. Сейчас это. Вот этот уже тоже надо уже мне отделять. Видите, этот довольно крупный. Я отсюда уже забирал немного. Да, наверное, завтра, послезавтра я его просею. И добавим туда же. Вот он. Так что вот такие дела. Все, у нас дело идет. Дела идут. Сейчас. Здесь последняя муха. Ну, и совсем мало осталось. Последняя муха откладывает яйца. Я прям здесь их инкубирую, вон они яйца. В отрубях лежат. И, ну, сейчас последние яйца на днях соберу, и все. Этот будет мулей. Пока будет служить как этот инкубатор. Буду выводить здесь опарыша, яйца. Выводить яйца, и пока я их не трогаю, не убираю, не ломаю, не уничтожаю, потому что я еще не знаю, как будет работать наш большой мулей. Я-то его сделал, я не знаю. Вот этот работает идеально, вот этот маленький. Работает вообще прекрасно. Он в том году давал больше личинок, чем вот этот. Ждем. Пока все ждем. Если что, дело не пойдет, что-то не так. Ну, нельзя же приугадать. Просто здесь вот эту всю оболочку меняю. Марафетю все новое там кладу. Но это недолго. Это час-два времени. Делаю из него, обновляю его и опять в работу запущаю. Дверку делаю там, ну, по-другому чуть переделаю. Вот он работал вообще идеально, вот этот мулей. Показался даже лучше, чем вот этот большой. Поэтому ждем, как будет работать вот этот здоровый. Здесь я уже думаю, кладки будут огромные. Здесь уже будет намного больше мухи. Она скоро будет здесь кишить, увидите, вот это вылетит все. Здесь будет все черное. Посмотрим, как будет откладывать яйца, как процесс пойдет. Так что... Вот такие дела. Ну, спасибо за просмотр. Пошел я сажать деревья. Сейчас надо деревья там здесь посажать. Во дворе сделаем сад. У нас двор такой голый. Без деревьев, а посадим. Люблю, очень люблю птиц. Когда птиц много, поют. Прилетели. Славка Черноголовка уже сегодня видел. Он там тоже на деревьях пели, прыгали. Гоняли там, видимо, два самца. Поэтому весна. Утром как-нибудь сниму. Встану. Ну, я снимал уже видео, что-то не загрузил. Как утром поют у нас птички. Где-то на рассвете 4:30. Как я покажу. Ну, такие вот. Ну, ладно, все. Муха летает. Сегодня освещение включил. А, да, освещение еще вот. Прожектор стоит 30-ваттный внутри. Для дополнительного. А вот он на 400 ватт. Вот такая лампа. У нее именно свет солнечный, такой желтый, чтобы для мух, ну, мухам казалось, что это солнце. И второе освещение, это уже естественное солнце, вот окно большое, и оттуда днем, когда... Вообще муха спаривается на рассвете. Вот они ищут, видите, самцы летают, ищут самочек. Спариваются на рассвете, поэтому вот свет включаешь им, когда, например, темно. Сейчас попробую. Сейчас вот я включу. Вот видите, темно. Сейчас включим, они сразу должны задрыгаться. Вот пошло. Видите? Вот именно вот это мерцание света. Вот. Оба самцы, видите? Вон, хватает самочек. Они, вот говорят некоторые, они неактивные. Когда муха неактивная, температура маленькая. Добавьте температуру, и вы увидите, какая муха будет активная. Ну, не такая, конечно, как вот эти мясные или комнатные, но
когда температура ниже 30 градусов, муха уже не так активная, поэтому за температурой следите. Очень хорошо, вот 31 градус. Ну все, ладно, спасибо за просмотр. Всем пока, скоро увидимся.